Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в игрушку Dwarf, и, да, это был все-таки баг в конце предыдущей серии, не знаю, почему эти ворота были заперты, что-то забаговалось, и я перезапустил уровень, и все у нас хорошо, мы наконец-то можем зайти вот сюда. О, сундук. В сундуке находится письмо. О, ничего себе, я понятия не имел, что письмена троллей могут выглядеть такими аккуратными. Посмотрим. Карвампу, моему самому свирепому из повелителей полчищ. Пусть этот артефакт времен сумрачной тьмы возвысит тебя, как моего избранного военачальника. Пусть наши враги пылают под твоим натиском, а те, кто противится моей воле, будут уничтожены. Странное, оно не подписано. Значит, этот маньяк Карвамп тоже владеет огнем. Будем надеяться, что нам никогда не придется с ним сражаться. Не волнуйся, Эйри, он даже не узнает, что ты прячешься на дне моей сумки. По факту. Так, видите, тут еще можно залутать. В общем, я так полагаю, мы сейчас идем освобождать нашего друга, да? Дружище нашего. Кстати, а знаете, что я хочу еще проверить? Раз тут отбаговалось, может, я и там смогу пройти? Как думаете? Давайте-ка глянем на всякий. Вот тут же тоже был закрыт проход, а если... Блять, если я здесь не пройду, то где я смогу пройти? Нигде, наверное, в ту сторону. Не, заперто. Я вот сюда хочу попасть, а меня не пускают. Ладно. Нет, так нет. Я, кстати, вечно забываю про этот молот, он иногда очень полезен может быть. Я им вообще не пользуюсь, то есть. Он что есть, что его нет, для меня как-то это... По барабану по итогу. Да. Так, у нас открылись главные ворота, туда мы попасть не можем, и вот тут еще сундук. Мы все, получается, залутали, кроме... тоже броня. Кроме как раз-таки справа прохода и все, да. Но меня, так полагаю, здесь никак не пустят, как бы я ни просил и не хотел. Ага, ага. Ладно, черт с вами, там еще сундук есть, блин, жалко. Тут еще за ящиком какой-то проход, смотрите, непонятно, или что там за дыра, тоже не ясно. Ну, двигаем дальше. И чё? А, трупы троллей. Имперская тюрьма. Так, каждый глоток этого затхлого воздуха навевает столько нежелательных воспоминаний. Я потерял слишком много времени в этой тюрьме. Опять не время для душещипательной истории. Сла, у нас намечается побег. Эйри права. Это всего лишь вопрос времени, когда остальной городской гарнизон стремится за нами. Ты знаешь, где они могут держать Бламбера? А зная Вандру, Бламбер находится в самой холодной части тюрьмы, в своей старой клетке. Это место хранит для него много нежелательных воспоминаний. Вандра хотела бы, чтобы Бламбер не забывал их. Пока ты не ушел, я создал для тебя новое оружие, ударную турель. Капец, что-то в последнее время много чего ты мне даешь. Она наносит небольшой урон, но сильно отбрасывает. С ее помощью ты можешь скидывать своих врагов в бездну. Я еще не довел до совершенства конструкции ударной турели. Отбрасывание не столь эффективно против крупных врагов. Остерегайся агров. А против этих чудовищ она бесполезна. Так это вообще говно, не турель. О, спасибо, Слава. Троллей не будет ни единого шанса. Не, мне вообще она не нравится, если честно. Звучит крайне говняно. Ага. А я думал, я просто смогу залутать сундук. А, понял. Да что, и хилку обычную дали. Не, не хочу эту турель. Хотя, может, и мне сейчас покажут, как она работает, и первый бой можно провести с ней. Ага. Давайте. Давайте попробуем, что нет. Но я ей пользоваться не буду. Да, она типа прикольная, но вот где такие вот места будут? Вот вы мне скажите. Где вот будут такие крутые места? Мало где, так что толку брать вообще никакого нету эту турель. Так что мы возвращаем наш капкан. Все, погнали. Кстати, это эти фигни остались, бля. Так, хотя здесь, да, таких мест будет, естественно, много, но я не удивлен. Ну и ладно. Ну, здесь изи, кстати, дефаться, я вообще удобно построил. Я сначала думал более поближе как-то поставить.
тогда давайте так сделаем. А, охуеть, против щитовиков вообще имба. Ну, кстати, да, минометная турель дамажит их сквозь щиты, что логично, в принципе, на самом деле. Можешь сказать, а, понял. На всякий случай так сделаю, мало ли что. Нет? Ладно. Так. Двигаем дальше. Контрольная точка. Наш друг уже здесь, а как иначе-то? Это не похоже ни на одни письмена тролля, которые я когда-либо видел. Они такие ровные и стилизованные. Такова моя воля. С этого дня и впредь каждый тролль должен научиться читать и писать. Те, кто откажется учиться, будут заключены под стражу, пока не смогут записывать свои мысли и делать заметки. Королева Вандра. Вандра заставляла троллей учиться читать и писать? Похоже на то, какой ужасный способ добиться чего-то столь полезного. Хер, представь, если бы Вольфштейн сделал то же самое. Большинство дворфов оказалось бы в клетках на всю жизнь. Факты, факты. Так, рычаги жмакаем. Так, можем улучшить, кстати, наверное. А, нет, там надо 60. Или скорострельность. Не, я хочу вот эту накопить. Она имбовая максимально звучит. Так, тут куча челиков в заключении. Это мне не нравится. Что это? Эй, ты, освободи нас. Ну вы же меня убить захотите. Этот переключатель открывает клетку. Освободи нас, мы не переживем, не перережем тебе глотку. Почему бы тебе не освободить нас? Обещаю, я не зарежу тебя. Этот дворф, наверняка он похож на те статуи. Так, тут есть ключ, так что я их освобождаю. Ну, я и не удивлен, я вас нахуй ни капельки не сомневался. Не, ну вы в себя, конечно, поверили, блять, молодцы, нахуй. Вы думаете, если я дворф и пробрался к вам, то я чё, не смогу вас убить? Вы что? Правда в себя поверили, пацаны? Я голодный, такой голодный, съел бы что угодно, даже тебя. Хва, ходи, тут свежее мясо. Тут хилку еще можно взять. Нормально. Даже не накоцали, да? Или накоцали? Ладно, уже не важно. Ай, блядь. Так, а чё я зачем сюда? А, я хилку хотел взять. Она защищает... Что? Ладно, я просто хотел их убить. Давайте так. Мне хилка же не нужна. Бэм. Ой, я вот ёбнул сразу. А, я кого-то в пропасть сбросил, понял. Наверное, бомбардировщика как раз таки, да? Найс. Удобно. Охуеть, что это? Что ты такое? Ладно. Не скажешь, что это за хуйня там ходит? Хотя я сомневаюсь, что ты знаешь. Я даже знать сам не хочу, я пошел пока. Пизда, блять. Ладно. Делаем вот так, этого должно хватить. Ну, кстати, сразу по двум ловушкам вчера что-то, да. Ага, ты думал, я не пойму, что ты заспавнишься, говна. Так, а вот это, блядь, я тоже подозревал, но не думал, что так быстро, нахуй. Да, блядь, он же сквозь стены дамажит, ебанутый.
Сквозь стены-то за что? Ты вот мне скажи, а? Что я тебе такого сделал? Да, здоровяка будет тяжеловато убить. А погодите, а я не могу просто поставить... Там же написано, что я могу сквозь эти дамажить. Ну-ка. Не, смотрите, ах вы, блин. Это гора мускулов должно быть огр. Думаешь? Я вот, блядь, даже знать не хочу, честно. Охуеть бы вовремя, конечно. Ты, дай мне еды, или я порублю тебя. Может, пойдешь нахуй? Пожалуйста, спасибо. Там сейчас здоровяк заспавнится еще. Не очень. Ну давай, надо быстрее этого большого челика. В смысле, а почему он не застанился? Так, ставим минометную. Еще одну минометную. Ой, блядь, его выпустили нахуй. Да за что? О, хил. Так, я получается могу и влево, и вправо идти. А вот эту монетку почему мне не дадут? Жадины, блядь. Ладно. Погнали. Что у нас тут? Вас целая куча. Ой, там по три монеты, надеюсь, будет. Будет кайф. Эта книга выглядит как набор символов троллей с правилами их написания. Там также куча простых слов и коротких текстов. Это должно быть что-то вроде учебника по чтению и письму. Почему он чахнет в подземельной клетке? Теперь ты знаешь, как мне нравились твои бесконечные уроки с Эсбеном. Полнейшая скука. Так. Не, по одной монетке доробится. Жалко. Джалку. Даже из этого по одну монетку все. Мало. Мало, очень мало. Так, ну естественно мы в эту сторону тоже сходим. Не, надо 60 монет накопить, вообще фигня осталась. Да, блять. Ладно, 60 монет сегодня не накопим, я понял. Ладно, окей, да, без проблем вообще. Но я на другое, блять, не рассчитывал. Нет, еще один огр. Да, они, конечно, могут проблем доставить немного, наверное. Не, ну вот эти станы, это балдеж. Вот так вот сидишь на челе на расслабоне. Так, вот это уже не чел, не расслабон, блядь, сейчас будет вот такой. Хотя почему? Я сделаю его так вот и все. Это же летающие, да, долбоебы? Не зря. Вот такие моменты понимаю, что не зря качал, а вот эту вот турель вообще ни капельки. Никаких со... Пока. Пизда полная. Пизда, ебать у него хп. Что это было? Как здесь выжить вообще, в принципе? За что, дед это? Где я заспал? А, не, все нормально. Или нет? Не, все нормально. Так, ну это была жопа полная, конечно. Так, и как мне будут выживать, скажите? Пожалуйста, скажите, как... Мне крайне нужно узнать, как я здесь должен выживать. У меня огромное желание узнать, как это сделать. Как вариант, я могу... Азбука, он не может это азбуку сказать. Слово. Не, вот так вот сделано, но мне кажется, это нихуя не поможет, на самом деле. Ну, вообще, нет. Ну, нет. Пизда. Господи, я вроде выжил. Я не знаю как. И мне страшно. Ну да, если его застанет капканом, то нормально будет на самом деле.
Если так подумать, знаете. О, еще раз как пишется мое имя. Игох. А нет, блядь. Ну да, ему тяжело, я понимаю. Очередной учебник троллей, гниющий в подземелье. О, там дворф в тюрьме, в темнице. О, у меня как раз ключик есть. Ну, сейчас, сейчас все разблокируем, я так полагаю. Так, мне, кстати, 60 монет мне бы вкачаться. По-хорошему, да? Вот неплохо. Давай вот так вот сделаю. Так, полагаю, сейчас тут все будет разрушаться, подниматься. Да. Так, бомбардиры это уже не очень. Давай где-нибудь здесь вот это поставлю. Заебись, задамажил. Охуенно. Так, куда идти? Нормально, дышим. Давай вот так вот, чтобы ему точно пизда была. Он довольно-таки быстрый, не такая уж ему и пизда. Тут больше мне похоже, что пизда. Ладно, хорошо. Так, а чё сундук-то мне не открыли, эй? Это мы так не договаривались с вами, не? А, все понял. Ладно, пойдет. О, вкусно, 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 вкусно. О, 100 монет опять почти есть, кайф. Еще балдеж полный. Так, тут еще к дворфу как бы попасть. А, да, в угадайку играть, блядь. Должен выучить буквы, должен выбраться один. Блядь, чел, соболезную. Сразу сделаю вот так. Угу. Ага. 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 Я в тебе не сомневался ни на секунду. Все, вроде выжил. Хорошо. А вон он, наш друг. Вот и все. Давай встретимся с Блабом и выберемся из этой жопы. Ну, это я от себя. А чё, кстати, эту фигню закрыли обратно? Я хочу там монетку подобрать. Не понял. Не понял. Во, спасибо. Взяли, закрыли сами, понимаю. Это труп дворфа, но я не узнаю цвета его клана. Воняет так, будто он умер давно. Похоже, но умер от пыток. Да приведет тебя короли к твоим предкам, друг мой. А, окей. Не знаю, короли, блядь, навряд ли помогут, но... А, ладно, пойдемте. А залутаться здесь обязательно. Как без этого? Голодный и злой. Блядь. Я понял. Только меня не бей. Блять, нету смысла просить не бить меня, да? Да, блять, нормально же общались, сука. Фух, еле-еле выжил. Ну, я где-то вроде еще хилку видел или нет? Может, да, может, нет. Хороший вопрос. О, он еще после взрыва дамажит. Не есть год. Блин, мне надо больше кристаллов, серьезно, это крайне тяжело на самом деле играться тут. Хотя бы еще два. Ну ладно, один уже будет что-то. Так, кстати, давайте прокачаемся, что-то забыл. А, вот, да, я видел хилку.
Так, а для начала вкачаем нашу новую турельку, естественно. Так давай, наверное, еще раз ее вкачаем, скорострельность повысим. Да, давай. Зашибись. Так, похиляемся. И все. Пойдемте спасать нашего друга. Мы здесь все залутали. Прокачались, залутали. А, вроде все сделал. Да? Да, вроде, да. Так. Блаб, слава королям, ты жив. Ты дважды спас мне жизнь, Дверф. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь отплатить тебе, но клянусь, я постараюсь. Мы должны быстрее выбираться отсюда, иначе мы все станем пленниками Вандры. Следуй за мной. Погнали. Так. Выход из города закрыт. Тролли-солдаты заполнили город в поисках тебя. Они будут здесь в любой момент. Фаб, он в доках, а мы должны помочь ему. Если бы у этого парикоголового было хоть немного остроумия, он давно бы уплыл. Не беспокойтесь, друзья дворфа, я знаю, как отсюда выбраться. Следуйте за мной. Это как раз таки тот самый этот. Да, книжный шкаф по-любому. Я спасу нас, если бы только этот ржавый механизм работал. Работай. Сюда, путь в королевскую библиотеку. Оттуда мы сбежим через кристальные пещеры перевала Снектуа. Снектус. Снектус, блядь. Уа, блин, все-таки не смогу эту хуйню залутать. А, или смогу, может, мы сейчас туда пройдем. Маловероятно, но может. Так, что тут у нас? Вазы. Ваза это найс. Ну, в смысле, без денег ваза это не найс. Да я не понял, блин. Ух ты, смотри, сколько книг. Чтобы прочитать все это, потребуется 2 жизни. На самом деле, 3. В Андре понадобилось 3 жизни, чтобы прочитать их все. Жаль, что у меня не было магической силы, которые позволили бы мне прожить достаточно долго, чтобы прочитать все эти книги. Может быть, я бы узнал достаточно, чтобы вылечиться от ядовитого тумана. 3 жизни? Вау, как Вандра вообще обрела свою магию? У нас в тролле есть старая легенда. В последние годы Великой войны король войны Вандра искал любое оружие, которое дало бы троллям преимущество перед могучими кузнецами войны Кроумарка. Вандрон знал, что камни силы питают машины кузнецов войны, но он недостаточно хорошо понимал природу машин, чтобы строить свои собственные, зато он владел колдовством. Итак, он взял самый могущественный камень силы, найденный его полчищами, и поместил его в сердце своей дочери Вандры. Охуеть. Камень наделил ее великими и ужасными магическими силами, способными противостоять даже величайшим дворфийским волшебникам. Если у великих кузнецов войны и древних волшебников не было ни единого шанса против Вандры, что уж говорить о моем клане, вождь Стейн и его воины сильны, особенно папа, но им не хватает ни машин, ни магии. Не теряй надежды, Дверф. В путешествии я наткнулся на признаки того, что король Седрик IV искал способ уничтожить камни силы. Теперь мы знаем почему. Он хотел уничтожить тот, который бы помещен в сердце Вандры. Если бы Седрит нашел способ, он бы задокументировал его в своем дневнике. Он делал записи каждый день прямо здесь, в королевской библиотеке. Поищи в библиотеке его дневник с записями, а в них может быть какая-то подсказка. Хорошо, но мы не можем оставаться здесь слишком долго, иначе нас окружат. О, давай. Так, только здесь прогуляюсь немножко. А ну здесь нечего лутать. Ладно, давай вот это. Это пустая страница. А, здесь слишком темно, я ничего не вижу. Погоди, погоди, я поднесу камень силы, они же яркие. Бесполезно, просто пустая. А, подожди. Страница, она мерцает, это цвет. Камень силы вызвали какую-то магическую реакцию. О нет, надеюсь, этот лист бумаги не проклят. Я не хочу превратиться в лягушку или что-то в этом духе. Появляющиеся руны. Разведчики сообщают, что большая армия троллей движется сюда. К Хордалу, последнему бастиону моего великого королевства. Я использую волшебные чернила Нерлина в качестве меры предосторожности. В случае, если город падет, короли, не допустите этого. Но наши стены так же тверды, как и наша воля. Доблестные кузнецы войны...
возглавляемый капитаном Гиннером из моей королевской гвардии, защитите стены, пока волшебник Нерлин и его провидцы Рун ищут способ остановить Вандру. Должно быть, это письмо от короля Седрида. Хотя оно никак не поможет. Окей, пошли дальше. Я же думала, сразу нашел. О, учебник по истории. Дедушке они понравятся. Положу их в сумку. Может, здесь? Нет, это сказки. Когда все это закончится, мы переведем сюда дедушку. Кстати, да, он просил, помните, в начале. Давай посмотрим об образовании кристаллов. Нет. Так, вот это давай. Тут только книги о грибах, мхах и папоротниках. Книги по анатомии? Нет, это все юридическая литература. Еще одна пустая страница. Эйри, быстро поднеси камень силы. Мы были в осаде, я уже сбился со счета, колдовство Ванды разрушило наши стены во многих местах. Но мы изгнали троллей и заделали щели. Но наша численность и силы сокращаются. Но Нерлин подарил нам луч надежды в эти мрачные дни. Гениальный волшебник обнаружил теоретический способ уничтожения камней силы. В том числе и того, который дает Вандре ее колдовство. Интересно, что же случилось с этим волшебником и его секретным оружием? Еще одно. Давай посмотрим. Хордал пал, но не все потеряно. Гиннар, если ты найдешь это, знай. Твое имя проклято на 1000 лет. Если верный кузнец войны выявил волшебные чернила Нерлина, читай внимательно. Город может быть потерян, но война еще не окончена. Я останусь с королевской гвардией, пока город не будет эвакуирован. Я приказал Нерлину отнести исследование святилища Монадиб. Крайне важно, чтобы он добрался до него. Я, король Седрид IV, приказываю вам, соберите все наши оставшиеся силы в Монадипте. Если полчища Вандры кишат у главного входа, не забывайте про ущелье Гемфол и незримый мост за Кроумарк. Будем надеяться, что исследование все еще находится в Монадипе. Все, погнали. Скажем пацанам, что мы все. Сла, я нашел записи в дневнике Сердида. Дворфы искали способ уничтожить камни силы, в том числе и тот, что находится в сердце Вандры. Когда город пал, они перенесли исследование в святилище Монадиб. Но как насчет фабрики эликсиров в магических топях? Ее необходимо уничтожить, в противном случае тролли вторгнутся на поверхность. Ты должен уничтожить фабрику эликсиров, чтобы остановить вторжение, но пока Вандра жива, она всегда будет предоставлять угрозу. Если есть шанс, что исследование подскажет нам, как навсегда остановить Вандру, мы должны найти его. Хм. Как насчет этого? Чтобы добраться до магнетических топий, тебе все равно придется пройти через кристальные пещеры, так что святилище будет по пути. Но есть одна маленькая проблемка. Магматические топи изменились с давних времен. Сам воздух пронзительно горяч, твоя дворфийская кожа расплавится в мгновение ока. Мы, тролли, можем выдержать жару, наверное, потому что сумрачная тьма была горячей, как вулкан. В любом случае, я могу сделать морозную мазь из насекомых и трав в грибных пещерах. Эта мазь противная, но она не даст твоей коже сгореть. Потребуется все время, чтобы сделать ее. О да, кстати, о варке. Сла, я наконец-то придумал рецепт токсина, который испортит эликсир Вандры. Мне понадобится помощь с некоторыми ингредиентами. Их крайне трудно достать. Вот список. Посмотрим. Черная плесень, подсолнухи, огненный папоротник. Я не травник Бламбер, но я найду все эти ингредиенты. У них тут какой-то движ. Ну ладно. О! Помните его? Я помню. Я как раз думал, что место для босса. Синеволосый грозный дворф. Ты достаточно долго причинял неприятности. Я выпотрошу тебя и повешу на твоих же внутренностях. Сначала тебе придется пройти мимо моих турелей, и я тебя не боюсь. И что тут у нас? Дворфы держат крыс в качестве домашних животных. Выглядит вкусно. Я сниму с него кожу и съем его живьем. Эй, нет, дверь, не дай ему съесть меня. Куда он сбежал, блядь? Моя королева велела мне использовать зелье огнезверя с умом. Я не могу позволить тебе сбежать отсюда, грозный дворф. Итак.
Ща, чё? Ебать, бухнул. Ой, ой, ой. Вот теперь похоже на босса. Давайте попробуем этот раз с помощью этих. Пора, так сказать, что-то менять в этой жизни. Кстати, смотрите, как оно... Я же точно улучшил, да? Вы не помните? Я же точно, да, улучшил? Ну, похоже. Оно вообще там АФК стоит, ему попку, мне кажется, почему-то. А, на кваншота это, заебись. А, во, не, не стоит он АФК, ладно. О, спасибо, что, кстати, сломал, мне же удобнее будет. Ну, в таком большом пространстве мне самому же удобнее будет драться, так что все хорошо. Да, блядь. А, я так и не докачал ведь до конца эту хуету точно. Ай, ладно, давай с помощью этих драться. Ну, типа, у меня вариантов нету, тут эти чёлики с щитами. Против них тяжело что-то противопоставить, блядь, будем честны. Да, все. Не, нормально, нормально. Ой, блядь, да за что, деда? Да я только ловушку поставил, что издеваешься, наверное. А чё ты по своим не дамажишь? Некрасиво. Вот ебитесь. Да, блядь, ну этот босс уже потяжелее будет, потому что... Он ваншотает все ловушки, хотя и предыдущие... А, нет, предыдущие не ваншотали, кстати-ка, как раз-таки. А, нет, предыдущие как раз-таки ваншотал. Первый босс не ваншотал. А здесь он еще говноедов призывает, вот это вообще плохо. Да я только поставил, блядь, что правда издеваешься на меня? Да, блядь. Так, у меня хп-то мало. Надо не забывать, что мне на хп восстанавливать в этой жизни. Блять, что заспавнил пидорасиков мельких. Мельких. Блять, что стреляют по мне тут всякие. Нормально, я уворачиваюсь, я бы как этот. Ебанутый. Мне кажется, я не смогу на самом деле босса сейчас победить с первого раза. Босс уже не такой легкий, как прошлый. Ну, опять же, в основном только из-за своих говноедов мелких, он не такой легкий. Да, блядь, не трогай меня. Давай чуть-чуть осталось. Я чё этого заспавнил? Издеваешься на меня? Пизда, серьезно? Охуеть, оба сдохли. Ну я знал, что сейчас такая хуйня произойдет. Господи, да за шо? В смысле? Я почти ж смог. Ну найс, 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 найс. Ну а что могло пойти еще не так, правильно? Можно как-то это пропустить, нет? А, тут, тут смотрите, без текста в этот раз, да? Ага, сразу нападает. Ага. Ну это хорошо, меньше проблем. Ну погнали, чё. Попытка номер два. В этот раз буду чуть-чуть поумней, надеюсь. Я постараюсь, по крайней мере, блядь. Охуеть, я засмотрелся. Да ебать, да как тут... А, я знаю, кстати, как вора. Я забываю, что у меня shift есть такая кнопка. Некрасиво получилось, согласен. Так, я еще вспомнил, что у меня молот есть. Фига себе, да? Смог. Я, кстати, мог тогда его победить ведь молотом.
Ну это же я. Еще бы я, блядь, так сделал. Хуйня какая-то. На всякий случай вернусь, мало ли. Эть. Так, ну плохо, поем и снес уже. Уже неплохо. Так, прости, что я сделал? Да за шо, блядь, больно вообще-то. Мои маленькие ловушечки. Да я опять эту хуйню случайно поставил, понимаю. Так я вообще промазываю, как мать. Да, их нельзя вместе ставить, тогда все хорошо будет. Смотрите, в этот раз намного легче идет. Вроде. Ай, блин. Не надо, чтобы меня дамажили. Не хватало еще сдохнуть сейчас. Со второго раза я обязан его пройти. Вариантов нету. Каких вариантов, кроме как выжить, у меня нету. Ой, я задоджил, что? О, хорошо, в этот раз получилось. Еще не все. Что, выживет? О, с него какие-то ботинки еще трогают. Хуя там монет. Не трогайте монеты мои. Так, ботинки. Ботинки драконьего пламени. Ботинки драконьего пламени поджигают врагов, когда дверь прорывается сквозь них, нанося 3 урона каждому. О, прикольно. Они похожи на сегментильные ботинки. Ах, они такие теплые. Так, 111 монет. Найс. Ага, получай, большая безмозглая тварь. Эйри, ты в порядке? Не волнуйся, я никому не позволю тебя съесть. Хех, для начала он должен был поймать меня. Так тогда логично. Мы не должны долго задерживаться. Карвамп, несомненно, вернется с подмогой. Дверф, найди исследование Нерлина. Святилище Монадип, Бламбера. Иди и приготовь морозную мазь. А потом встретимся в магматических топях. Видишь вон ту большую дыру в стене? Она приведет тебя к перевалу Снектус. Насчет этой дыры. Кто ее проделал? Что, черт возьми, здесь произошло? И расскажу потом. Я слышал о марширующих по коридору троллей и звуки череполомов-огров. Эта дверь не задержит их надолго. Уходим отсюда быстро. Друзья, да, победили очередного босса, и на этом я серию заканчиваю. Все, кто был впервые на канале, подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, прожимайте колокольчик и не забывайте оставлять свой комментарий. А мы уже с вами продолжим в следующей серии. Всем пока.